Другим темам участники автопробега «Глаз народа» вернулись в столицу. Экспедиция состоит из 4 этапов. Первое направление – Южная Якутия. Это Алданские и Нерюнгринские районы. Поездка длилась ровно неделю. Главная цель автопробега – объехать каждый улус, показать жизнь и быт якутян в глубинке, а также сравнить то, как изменились районы республики за последние 10 лет. В ближайшее время мы, наверное, поедем либо в заречную группу улусов, либо же возьмем западную провинцию, вот Вилюйская группа улусов. Вот это вот в самых ближайших планах. А уже весной, когда будет уже достаточно тепло, но еще будут дороги, скажем так, зимники, мы поедем на север.